Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с Днем Матери и вручил многодетным семьям региона государственные и региональные награды за укрепление традиций и заслуги в воспитании детей. Одной из награждаемых стала жительница Звенигорода Любовь Погонщикова. В ее семье 8 детей. Младшему исполнилось только 5 лет, но женщина успевает заниматься и любимым делом – выращивать цветы и овощи. В прошлом году Любовь приняла участие в фестивале-конкурсе «Мамы Подмосковья ТОП-10». По итогам заключительного этапа она стала победительницей в номинации «Семейный проект» и заняла второе место в номинации «Ландшафтный дизайн».